20 дней малышу. Он хочет очень видеть свет. Ни помощи, ничего абсолютно. А есть вам куда ехать? Никуда. Ни воды не привозят, ни еды, ни памперсы, ничего. 28 февраля у нас родился малыш в Мариуполе. 2 марта были выписаны из роддома, и по сути с 3 числа мы сидим в подвале. Сегодня уже у нас там 19 или 20 марта. Все это время под обстрелами сидели в подвале, температура очень низкая, малыша необходимо пеленать, купать, матери нужно кормить ребенка. Как бы вырваться отсюда возможности нет, потому что личного транспорта нет, эвакуация какая-то там вроде бы есть, но как туда попасть, куда ехать вообще непонятно, потому что у нас там ни родственников, никого нет в других городах. С ребенком это сделать очень тяжело, нести вещи, какую-то коляску, какие-то продукты. Да, поэтому если какая-то возможность появится, чтобы нас вывезли, просто может быть там какой-то микроавтобус появится. Это вы и две бабушки у вас, да? Да, две бабушки. У нас еще тут про бабушку и про дедушку, но я не знаю там, как они там.